بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا وعملا وتقبلا لوجهك الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Добрый вечер, дорогие телезрители, в эфире телепередача «Религия и жизнь». Дорогие братья и сестры, хадисы, которые передает имам Абу Дауд и Тирмизи от Арбада бин Сария, ради Аллаху анху, говорит Арбад, однажды, говорит, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сделал нам проповедь. И эта проповедь была таковой, что наши сердца охватил страх, очень сильный страх. У пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, из его особенностей было, что он был очень красноречив. И как сказано в хадисах, человек очень спокойный, уравновешенный, когда он начинал делать проповедь, то он как бы сам насыщался какой-то энергией, появлялись какие-то чувства, порой гнев проявлялся, возбужденность. Чтобы как бы доходчивее было людям, когда с такими чувствами человек рассказывает, оно действительно бывает более действенным. И он сделал такую именно проповедь, что Арбад, ради Аллаху анху, говорит, сердца наши охватил страх, и наши глаза переполнились слезами. Сахаба, ради Аллаху анху, начали плакать. И мы сказали, говорит, «Я Расул Аллах, каэннаха мау'изату муваддиин фаусина». О посланник Аллаха, как будто, говорит, это наставление, завет прощающегося человека. Поэтому посоветуй, говорит, нам, сделай что-то, какой-то завет. То есть сахаба, ради Аллаху анхум, как будто поняли, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делает последние свои проповеди. Как объясняют ученые, что из его этой проповеди они поняли, почему? Потому что когда человек прощается, когда делает последние указания, заветы с людьми, с близкими, когда прощается, он говорит самое важное. И тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал такую проповедь. И они поняли. И они говорят, сделай нам завет. То есть тогда он, видно, напомнил, как что-то очень важное им, как объясняют ученые. Они говорят, ты тогда сделай завет, что-то посоветуй, самое-самое важное. Раз ты уже покидаешь нас, что самое главное, самое важное? И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بالسنة وسنة خلفاء الراشدين المهديين وتمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بارك صلى الله عليه وسلم в этом хадисе указал на два очень важных момента. Он первое, кстати, о нем, об этой вещи будет наша сегодняшняя наша передача. Он говорит, смотрите, держитесь богобоязненности. Такву Аллах, богобоязненность. И потом он говорит, и я делаю вам завет, чтобы вы слушались и подчинялись, даже если вашим правителем станет раб Эфиоп. И пророк объясняет, как бы, это из чудес пророка, он говорит, кто из вас останется жить, увидит много разных вещей, как ихтиляфан катиран, как объяснили ученые, несколько смыслов, много изменений, будут разногласия, будет непослушание правителей,
будет смута. И он говорит, в такое время, смотрите, как бы вы слушаетесь и подчиняетесь вашим правителям, какими бы они ни были. Даже если какой-то раб Эфиоп станет вашим правителем, и ему тоже подчиняйтесь. Но мы сегодня, иншаллах, не будем эту вторую часть хадиса, иншаллах, в следующий раз. Сегодня мы будем говорить, дорогие братья, о вот этом, о богобоязненности. Почему? Потому что нам настало время, наверное, уже говорить об этом. Почему сейчас настало, буквально 10-20 лет назад, из нас большинство людей не знали ничего о религии. Люди были далеки от религии и от познания религии. Альхамдулиллах, хвала Аллаху, вот за этот период времени распространились знания. Мы видим и на телевидении, и на радио, и в прессе, и в литературе очень много информации об исламе, о законах Всевышнего Аллаха, о велениях Всевышнего Аллаха. И хвала Аллаху, мусульмане стали более просвещенными, больше начали знать о велениях нашей веры. Но мы, к сожалению, не видим, чтобы такое очевидное, явное изменение произошло в поведении мусульман. О чем это говорит? Это говорит, что знания есть, вера есть, но недостает одного очень важного момента. Это богобоязненность. Человек порой знает, но он ослушается. И вот это сегодня с нами происходит. Почему? Потому что мы видим, в мечети очень много людей приходит. Практически со всех слоев общества. И власть придержащихся, и простолюдинов, и чиновники, и интеллигенция, и рабочие, и крестьяне. Все посещают практически, не будем говорить все, но как бы из каждого слоя общества какая-то часть мусульман посещает пятничные проповеди, знает халаль, харам, слышит о повелениях и запретах Всевышнего Аллаха. Но вместе с этим мы видим, люди знают, но нарушают. И в такой момент надо нам указать на то, что указал пророк, алейхиссалату вассалям, богобоязненность. В другом хадисе пророк, саллиллаху алейхи вассалям, от Абу Зара, радияллаху анху, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и еще Муаз бну Джабаль тоже передали этот хадис, который передал имам Термизи, и сказал, что это достоверный хадис, как и предыдущий. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Иттак Иллаха хайтума кунта, ва атбиги сайи'ата лхасаната тамхуха, ва халикин наса бихулукин хасанин». В этом хадисе тоже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, обращаясь и к тому, и к другому: «Побойся Аллаха, где бы ты ни находился, и делай за плохим, за каким-то твоим плохим поступком, сделай хорошее, оно сотрет плохое. И обходи с людьми хорошим нравом». Поэтому, дорогие братья и сестры, мы должны понимать, что сегодня нам крайне недостает богобоязненности. Еще раз повторяюсь, знаем, многое знаем. Знаем о обязательности намаза, многие пропускают. Знают об обязательности поста месяца Рамадан, пропускают, нарушают. Знают о обязательности выплаты заката. Знают, но не выплачивают. Знают, что пить спиртные напитки харам, нарушают. Знают, что заниматься коррупцией, вымогать, забирать, обманным путем приобретать у людей, брать у людей взятки, что это харам, делают люди. И таких примеров очень много, когда мы знаем. Допустим, есть много каких-то тонкостей шариата, мы не знаем. Ну, вот эти основные вещи-то мы все знаем практически. Поэтому необходима богобоязненность. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в одном из своих последних наставлений своим сподвижникам, когда они спрашивают, ну, раз ты уже прощайся, укажи нам на самое важное, он указал: «Аттакву Аллах».
И аятах священного Корана очень и очень много мест, в которых Всевышний Аллах повелевает о богобоязненности. Всевышний Аллах, сурату Лукман, говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Я айюхан нас, иттаку раббакум, вахшау яуман ла яджзи, валидун ан валадихи, вала маулюдун хуа джазин ан валидих, шейа, инна ваад Аллахи хак, фала тагурраннакум ульхаяту дуния, вала ягурраннакум биллахи лгарур». В этом аяте Всевышний Аллах говорит: «О люди, обращение ко всем людям, побойтесь вашего Господа и страшитесь того дня, когда родитель никак не защитит своего ребенка, и ребенок тоже не защитит своего родителя. Это судный день, когда никто ни за кого не будет заступаться, когда каждый будет в страхе, в ужасе пытаться, даже дети будут пытаться что-то у родителей, какие-то долги, если остались, чтобы их забрать. Родители будут пытаться у детей своих забрать, когда женщины будут бросать своих детей. Бойтесь, говорит, Аллаха, и бойтесь этого дня, когда никто ни за кого не будет заступаться. Обещание Аллаха истина. И пусть, говорит, не обольщает вас мирская жизнь, пусть она вас не обманывает, и пусть не обольщает вас соблазнитель, то есть шайтан, дьявол, относительно Всевышнего Аллаха». Вот в этом аяте Аллах обращается ко всем людям. Бойтесь меня, и бойтесь того дня, когда вы вернетесь ко мне, и когда вы будете отвечать за ваши поступки. В другом аяте Всевышний Аллах, сурату Ниса, говорит: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. В этом аяте Всевышний Аллах говорит опять-таки: «О люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, от Адама и его жены Хава, алейхим ассалам, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха», повторяет опять Аллах. «Бойтесь, говорит, Аллаха, именем которого вы просите друг у друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Поистину Аллах наблюдает, говорит, за вами». Аллах наблюдает, и мы, как мы знаем, у каждого человека круглые сутки с обеих сторон ангелы записывают каждый его поступок, каждое его действие. Поэтому Аллах указывает: «О люди, бойтесь». Это в общем к людям обращение. Теперь в аятах Всевышний Аллах говорит обращение прямо к уверовавшим. «Я айюха аллазина аману таккуллаха хакка тукатихи, ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». Аллах говорит: «О вы уверовавшие, бойтесь Аллаха должным образом». Не просто боимся, бойтесь должным образом. «И умирайте не иначе, как будучи мусульманами». В другом аяте Аллах говорит: «Валиллахи ма фи ссамавати ва ма фи л-ард, ва лакад вассайна аллазина уту л-китаба мин кабликум ва иякум ан иттаку Аллах, ва ин такфуру фа инна лиллахи ма фи ссамавати ва ма фи л-ард. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا». В этом аяте Аллах говорит: Аллаху принадлежит, говорит, то, что на небесах, и то, что на земле. И мы все. И мы заповедали, говорит, мы велели тем, кому было даровано Писание до вас, а также и вам, приказываем, чтобы вы боялись Аллаха. Если вы не уверуете, то Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Поистине Аллах богатый, достохвален. Побойтесь Аллаха. Аллах призывает: бойтесь Аллаха. Объясняет, что мне от этого ничего. Мне все принадлежит. Я достохвальный, самодостаточный. Это вам необходима богобоязненность. И в другом аяте Аллах говорит: «Фаттаку Аллаха мастататум», бойтесь Аллаха как можете, меру ваших сил. В другом аяте говорит: «Инна акрамакум инда Аллахи атхакум», поистине самые лучшие из вас, самые богобоязненные. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот из этих
аятов. А таких аятов я очень много в Коране, которых Аллах повторяет и повторяет много раз. Бойтесь Аллаха. Бойтесь Аллаха. И в хадисах тоже очень много в хадисах пророк, алейхиссалату ассалям, говорит о достоинстве богобоязненности. А необходимость, во-первых, мы начали передачу с того хадиса, когда пророк, алейхиссалату ассалям, последним, как бы, в своем завете, своим сподвижникам, указывая на самое важное, говорит: «Побойтесь Аллаха, смотрите, будьте богобоязнены». В хадисе, который передает Абу Хурейра, ради Аллаху анху, он говорит, пророку, алейхиссалату ассалям, сказали: «Я Расуль Аллах, мен акрамун нас». Кто самый благородный, кто самый лучший из людей? Пророк, алейхиссалату ассалям, говорит: «Аткакум». У нас сегодня часто возникают разногласия на межнациональной основе, или межконфессиональной основе, на расовой основе. До сих пор люди пытаются выяснить, кто же лучше. Белые говорят: белые лучше. Другие какие-то национальности, люди разных рас, значит, натягивают это одеяло на себя, что мы самые лучшие. Аристократы считают, что они самые лучшие, что простолюдины, они не доросли до них. И власть придержащиеся порой считают, что они самые лучшие. И таких разных критерий очень много, когда по ним люди определяют, кто лучше. Сильный считает, что он лучше, раз сильный, значит лучше. В то время, как у нас есть мерило того, кто лучше. Мы часто повторяем это. Вот это у нас болезнь, когда на национальной почве ссоры происходят. Разные нации, мы лучше, у нас наша нация лучше. Это противоречит шариату. Вот в этом хадисе, когда пророка спросили, кто же лучший, он дал самое лучшее, как бы, мерило превосходства человека. Говорит: «Аткахум», самый богобоязненный. Самый богобоязненный, говорит, это самый лучший. Нет превосходства по национальным, по социальным, по религиозным. Как у нас сегодня, я имею в виду религиозный, когда у нас в исламе сегодня разные течения пытаются тянуть превосходство к себе, что наше течение, мы самые лучшие, это течение, не-не-не, мы лучшие, самые богобоязненные. Какому он течению ислама не принадлежал? Если он богобоязнен, то он самый лучший. И потом сахаба, ради Аллаху анху, говорят: мы не об этом тебя спрашиваем, о посланник Аллаха. То есть он говорит: Юсуф, пророк, и сын пророка Аллаха, и сын пророка Аллаха, и сын Халилулла, сын друга Аллаха. То есть, если вы хотите родословное, как бы, самое превосходное родословное, то это, говорит, родословное Юсуфа, потому что Юсуф сам пророк, его отец Якуб тоже пророк, его дедушка Исхак тоже пророк, и его прадед Ибрахим аль-Халиль, алейхим ассалям, тоже пророк. Если вы, говорит, хотите родословную, то Юсуф, у него самая лучшая родословная. Отец, дедушка и прадедушка пророки. Такой родословной ни у кого нет. Они говорят: и не об этом я, Расуль Аллах, и не это мы спрашиваем. Опять пророк, алейхиссалату ассалям, говорит: вы спрашиваете о истоках арабов, о родах арабов. Они говорят, и пророк, алейхиссалату ассалям, говорит: самые лучшие из арабов, те, кто самые лучшие были в джахилия, и после этого, которые лучшими стали в исламе. Самые лучшие из арабов, те, кто был самый лучший еще в джахилия,
Но при одном условии, как народ говорит, из-за факуху. То есть истолковали это, что если они познали законы шариат. Но для нас важно начало. Начало хадиса. Самые лучшие, кто же самый лучший? Самые лучшие, самые богобоязненные. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, от Абу Умама, Судей ибн Аджлян, ради Аллаху анху, говорит, однажды, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал прощальную проповедь, это было в прощальном хадже, последний год жизни пророка, когда он совершил хадж, он там сказал, сделал свою знаменитую проповедь, и из этой проповеди было то, что пророк сказал: «Иттакуллаха, вассаллю хамсакум, васуму шахракум, вадду заката амуаликум, ваатиу умараакум, тадхулю джанната раббикум». Имам Термизи передал этот достоверный хадис. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит прощальной своей проповеди. Первое, что он делает завет, говорит: «Бойтесь вашего Господа, бойтесь вашего Господа и совершайте ваши 5 намазов. Держите ваш этот месяц, месяц Рамадан, держите пост, соблюдайте пост этого месяца. Выплачивайте закат с вашего имущества и подчиняйтесь вашим правителям, и тогда вы войдете в рай вашего Господа». Первое, вот тот первый хадис, которого мы начали, там были две вещи из этого хадиса. Таква Аллах и покорность правителя. Богобоязненность и покорность правителя. Но вот эти, пророк, алейхиссалату вассалям, когда перечисляет эти самые главные вещи, мы видим, первое идет намаз. Саллю хамсакум. Совершайте ваши 5 намазов. Васуму шахракум, соблюдайте пост этого месяца, месяц Рамадан. Ваадду заката амваликум, и выплачивайте закат вашего имущества. Ваатиу умараакум, и подчиняйтесь вашим правителям. Тадхулю джанната раббакум. То есть, сначала перечисляет условия. Побойтесь вашего Господа. Совершайте 5 намазов. Поститесь месяц Рамадан. Выплачивайте закат, подчиняйтесь вашим правителям, и как результат этого вы войдете в рай вашего Господа. Это проповедь, которую пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделал последним хаджи, на последнем году жизни. Когда он прощался, в начале этой проповеди пророк, алейхиссалату вассалям, вот эта прощальная проповедь, он сказал: «О люди, слушайте, может быть, говорит, вы меня уже в этом месте больше не встретите». То есть пророк, алейхиссалату вассалям, почувствовал, что уже приблизился его конец в этой жизни, поэтому он опять-таки перечисляет самые важные вещи. Вот из этих 5 вещей мы видим 3, значит, намаз, пост и закат – это столпы ислама. Шахада, понятно, остается хадж. Это в хадже было и так понятно. То есть, но, как мы видим, до этих столпов ислама, до намаза, до поста, до заката, до покорности правителям, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упоминает богобоязненность. Он начинает первое с богобоязненности. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был один самый богобоязненный человек. Он так и сказал, когда однажды несколько сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, пришли к его женам спросить, к матерям правоверных, о деяниях пророка, алейхиссалату вассалям, о его делах, что он делает дома. Сахаба, радийаллаху анхум, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, самые лучшие люди этой уммы. Это были люди, которые стремились узнать благо, чтобы следовать за этим. И они были очень стремящимися получить знания,
Не просто, как мы сегодня, дошло, дошло, не дошло, ну и ладно. А они сами искали, ходили, спрашивали. И они пошли к женам пророка, алейхиссалату вассалам. И те, когда рассказали те виды поклонения, которые он совершает дома, то сказано в хадисе, они как будто посчитали, говорят, что это мало, как будто отнеслись с пренебрежением, типа мало это. И один из них говорит, делает обет, дает обет Всевышнему Аллаху, что я буду молиться всю жизнь, без сна, всю ночь. Другой говорит, я буду всю оставшуюся жизнь держать посты. Другой говорит, я не женюсь даже, чтобы только поклоняться Всевышнему Аллаху. Когда до пророка, алейхиссалату вассалям, дошло это, то он вызвал этих людей. Он говорит им, я наиболее знающий, говорит, о Всевышнем Аллахе. И я самый богобоязненный среди вас. Но я посты держу, но я и отпускаю. Я ночами молюсь, но я и сплю. Я имею жен. И потом, говорит, тот, кто отклонится от моей сунны, то он попадает в ошибку. Вот из этого хадиса мы видим, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, я самый богобоязненный. Действительно, саллиллаху алейхи вассалям, он был самый богобоязненный. Когда пророк такое говорит, он не может это говорить от себя какое-то что-то, или похвастаться, или где-то преувеличить, потому что Всевышний Аллах в Священном Коране говорит, «Вама янтыку аниль хава», что он не говорит от себя что-либо. «Ин хуа илля вахью юха», что то, что он говорит, это только откровение Всевышнего Аллаха. То есть Аллах оповестил его, что он самый богобоязненный. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, часто в дуа просил себе богобоязненности. В достоверном хадисе, который передает имам Муслим от Ибн Мас'уда, радиаллаху анху, пророк говорил, говорит, «Аллахума инни ас'алюка аль-худа ва-ттука валь-афафа валь-гина». Он просил, «О Аллах, дай мне аль-худа», то есть дай держаться прямого пути, дай мне истину. «Ваттука» и «дай мне богобоязненность». «Валь-афафа» – целомудрие, «валь-гина» – и богатство. Он часто, вот это повторяется в разных словосочетаниях, вот этот смысл, пророк просил богобоязненность. И к этому можно добавить, дорогие братья и сестры, вот это наша пятничная проповедь, которую мы делаем, каждую пятницу мусульмане во всем мире делают. Эта проповедь имеет столпы, без которых эта проповедь не считается. Эти столпы – это хамдала, то есть произнести «Альхамдулилля», прочитать салават пророку, алейхиссалату вассалям, и там идет обязательно завет о таква Аллах, о богобоязненности. Также, чтобы была дуа мусульманам, и какой-либо аят должен быть прочитан. Пять столпов имеет пятничная проповедь. Так вот, один из столпов этой пятничной проповеди – это завет о богобоязненности. Это вот эти все тексты, дорогие братья и сестры, которые мы вам приводим из Корана, из хадисов, указывает на важность богобоязненности. Если пятничная проповедь не считается, если там, хоть мы весь Коран прочитаем, но если там не будет аятов, или хадисов, или слов с заветом, побойтесь Аллаха, побойтесь Бога, то пятничная проповедь не засчитывается. Поэтому и пророк, алейхиссалату вассалям, во многих хадисах мы видим, и Аллах в Коране говорит, и пророк часто говорил, повторял, «Иттакуллах», «Побойтесь Аллаха», «Побойтесь Аллаха». Поэтому, дорогие братья и сестры, нам сегодня очень необходима богобоязненность. Как я повторяюсь, мы видим, что реалии нашей жизни таковы, что
вроде знания есть, вроде соблюдения ритуалов есть, но вместе с этим есть нарушения, есть грехи, есть преступления. Сегодня у нас все есть. Ни совершение намаза, ни соблюдение поста, ни выплата заката, ни совершение хаджа. Есть воровство, есть пьянство, есть коррупция в страшных, страшных размерах. Это указывает, что нет богобоязненности. Ведь когда многие жалуются, вот у нас на рынках обманывают, чиновники вымогают, забирают. Я часто повторяю, а кто они? Ведь на рынках не инопланетяне. Эти чиновники тоже наши же братья, наши же сестры. Они же у нас забирают. Это свидетельствует. И часто видишь вот этих людей, кто занимается греховным, преступным, они и намаз порой совершают. Не порой, часто совершают намаз, совершают, соблюдают пост, совершают хадж. Но богобоязненности не хватает. Если бы была богобоязненность, они бы этого не совершали. Если бы они боялись Аллаха, они бы это не совершали. Теперь, дорогие братья и сестры, когда мы говорим о богобоязненности, о необходимости богобоязненности, даже в русском языке было распространено раньше «побойся Бога», «побойся». Сейчас иногда слышишь это. Это то же самое, завет о том, чтобы мы, люди боялись Бога. Теперь, дорогие братья и сестры, очень важный, наверное, один из самых важных моментов сегодняшней передачи. А что такое богобоязненность? К сожалению, многие не понимают, что такое богобоязненность. Они думают, богобоязненность, просто вот бойся Бога и все. И занимайся чем хочешь. Нет. Богобоязненность ему, таква, само слово таква, это на лексический смысл защита. И така защитился. И таква защищаться от чего-то, оберегаться от чего-то. Как же от Аллаха защищаться, оберегаться? Оберегаться от Всевышнего Аллаха – это защищаться, то есть от наказания Аллаха, от гнева Аллаха. А как же? Просто бояться? Нет. Защищаться имеется оберегаться от Аллаха, то есть исполнять повеления Аллаха. И воздерживаться от запретов Аллаха. Вот это является таква Аллаха. Когда просто словами, порой даже какими-то, какой-то мимикой, слезу можно пустить, это артисты могут изобразить. У нас талантов много, порой видишь, человек там на словах, он очень богобоязненный, и молится, и прочее, прочее делает, но нарушает. Значит, он не является богобоязненным. Это всего лишь лицемерие. А приказы Аллаха и запреты Аллаха делятся на... Приказы делятся на обязательные. Есть приказ фард, который не исполнять нельзя. Есть мустахаб, сунна, что Аллах приказывает, но если мы не сделаем, наказания не будет. Запреты точно так же есть харам, а есть макрух. Харам – это то, что ни в коем случае нельзя делать. Макрух – это то, что Аллах запретил, но наказания не будет, если человек сделает. Поэтому, что такое таква Аллах, объясняет нам история, которая произошла между Умаром ибн Хаттабом, ради Аллаху анху, и Убей ибн Кааб, ради Аллаху анху, другой сподвижник. Когда Умар был халифом, он однажды спрашивает Убея, говорит, что такое таква? Умар спрашивает, Убей ибн Кааб, ради Аллаху анху, это один из самых лучших чтецов Корана, которому
пророк, алейхиссалату вассалям, перед которым читал Коран и сказал: послушай меня, как бы, ты как учитель, правильно ли я читаю, правильно ли я говорю? И Убей говорит: ты передо мной, я Расуль, как я могу, как бы, слушать тебя именно с позиции как исправляющего? Пророк говорит: мне Аллах велел, чтобы я перед тобой прочитал Коран. Убей говорит, ради Аллаху анху, он упомянул тебе мое имя? Он говорит: да, я упомянул, он упомянул мне твое имя. Убей заплакал. Так вот, вот этот Убей, ради Аллаху анху, который выучил при жизни пророка Коран и был один из самых лучших знатоков Корана, его Ума спрашивает: «Маттаква?» – что такое богобоязненность? Ума, ради Аллаху анху, который был более знающим, чем Убей, но у сподвижников, ради Аллаху анху, не было гордыни, высокомерия. Почему я должен спрашивать того, кто менее знающий, чем я? Они спрашивали у кого угодно, лишь бы познать истину, чтобы набраться знаний. Умар спрашивает Убейя, что такое таква? В то время как Умар более богобоязненный, чем Убей, и более знающий, но вместе с этим он спрашивает: ма таква? И Убей говорит: о правитель правоверных, ама салякта тариқан фихи шаук? Ты разве не ходил по дороге, на которой бывают колючки? Он говорит: ходил. Он говорит: а что ты делаешь, когда ты идешь по дороге, на которой есть колючки? Умар говорит: я, значит, закатываю штанины, и смотрю, куда я ставлю свои ноги. Иногда, говорит, я вытягиваю ногу, чтобы не наступить на колючку. Иногда убираю назад, опасаясь, что наступлю на колючку. И тогда Убей говорит: «Хия таква». Вот это, говорит, является предостережение, таква. И он говорит: вот это и есть, вот такой должна быть богобоязненность. То есть, он говорит, это чтобы ты засучивал свои штанины, то есть проявлял усердие, имеется усердие в служении Аллаху. Убей истолковывает его, что объясняет Умар, что такое богобоязненность. Это усердие в служении Аллаху, и это наблюдение за халалом и харамом, чтобы человек наблюдал, что он берет, это халал или харам. И это набожность, аль-вара, то есть набожность, предостережение от ошибок, от мест ошибок, осторожность в каждом своем поступке, чтобы не попасть в ошибки. И это страх от Всевышнего Аллаха. И он говорит, Убей, и таква Аллах, богобоязненность, это фундамент нашей веры. И посредством этого страха, говорит, человек достигает высот в имане, в вере. И это является запас наших сердец и нашей души. Оттуда наше сердце питается. И вот этой богобоязненностью она достигает сил, усиливается. Еще раз повторю, дорогие братья и сестры. Когда Умар говорит, когда Убей спросил его: как ты ходишь по дороге, на которой есть колючки, если ты босы? Он говорит: закатываю штанины, чтобы видеть точно, где, куда моя нога попадает, и иду очень осторожно, смотрю, где ставить ногу. Порой, говорит, я шаг делаю длиннее, чтобы не наступить. Иногда убираю ногу обратно, когда вижу, что там колючка есть. И Убей говорит, вот это и есть богобоязнь. То есть вот такой должно быть и богобоязненность. Засучив штанины, то есть вот ташмир, засучивание штанины, под этим арабы порой подразумевают усердие. То есть он говорит, настоящая богобоязненность — это чтобы ты усердствовал в служении Аллаху, исполнении Его повелений,
намаз, закат, пост месяца Рамадан, просто помощь людям, выдача садака, стремление к знаниям, хороший уход за своей семьей, надлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, где бы он ни работал. Вот в этом, чтобы ты, говорит, проявлял усердие. Не просто так делаю и делаю. Нет, чтобы ты усердствовал. То есть мы вот из этой истории тоже объясняем теперь, что такое богобоязненность. Когда мы сказали, что богобоязненность – это исполнение веления Аллаха. Не простое исполнение, а усердное исполнение. Раз Аллах велел что-то, то мы должны в этом усердствовать. Потому что Аллах в Коране говорит «Ваттаку Аллаха мастатат». Бойтесь Аллаха, как вы можете, то есть, в меру своих сил, усердствуйте. И потом Убей говорит, ради Аллаху анху, и богобоязненность – это наблюдение того, что ты берешь, имущество и прочее. Халал, харам. Это является халал или харам. Это является сомнительное или точно известно, что это халал. Вот это богобоязненность, говорит. И это предосторожность от попадания в ошибки. И это, говорит, страх перед Всевышним Аллахом. И он говорит, вот это таква, богобоязненность, это основа веры. И только посредством богобоязненности человек достигает высот в степенях имана, якина. И богобоязненность является самым лучшим запасом для нашего сердца. И оттуда питается наша душа, и посредством богобоязненности набирается сил. Поэтому, дорогие братья, вот из этого мы видим, что человек, как сахаба, ради Аллаху анхум, понимали богобоязненность. И насколько мы ошибаемся в нашем понимании богобоязненности. Вот ихнее понимание, оно и есть понимание шариата слову богобоязненность. Это, во-первых, усердие в совершении хороших деяний. Не просто человек спокойно так, как бы, не особо утруждая себя. Человек, мы, вот эти у нас несколько проповедей были о усердии, о важности высоких целей, высоких помыслов, о важности усердия. Настоящая богобоязненность – это усердие в совершении хороших деяний. В совершении хороших деяний у человека не должно быть какое-то чувство насыщения. Сколько бы он ни делал, он не должен этим насыщаться. Он должен желать еще больше до последнего момента жизни. Поэтому мы говорили, что пенсия мусульманина, он достигает пенсии, когда входит в могилу. До этого ему нет покоя. Он должен усердствовать, он должен работать. И второе понимание, дорогие, второй важный момент – это наблюдение того, что мы зарабатываем. Особенно для нас актуальна эта тема. Почему? Потому что сегодня, к сожалению, наследие того нашего периода атеизма, когда не было понимания халяль, харам, такое выражение «деньги не пахнут» было распространенным. К сожалению, сегодня у нас это так и есть. Видим, мусульмане, несмотря это халал или это харам, гребут все, что он может, несмотря откуда он это берет. В то время как богобоязненность требует от мусульманина щепетильности в этом вопросе. Ученые говорят, что богобоязненность имеет разные степени.
Самая малая богобоязненность – это когда человек исполняет обязательные деяния и воздерживается от запретных. Но он не выполняет суннат деяния, и он не воздерживается от макрух деяния, от нежелательных деяний. Это тоже сказали ученые степень богобоязненности. Когда человек делает только фард деяния, то, что Всевышний велел, а как мы сказали, приказы Всевышнего делятся на два вида. Это обязательные и желательные. Когда мы говорим сунна, желательное деяние, это приказ Всевышнего Аллаха. Но Всевышний Аллах приказал, говорит, делайте, или через аяты, или через сунну пророка, говорит, делайте какие-то желательные деяния. Если человек дает садака, допустим, это желательное деяние. Всевышний Аллах во многих аятах и через хадисы пророка, алейхиссалату вассалям, побуждает нас. Но если человек не дал, ему греха нет. И за это он наказан тоже не будет. Если человек совершает суннат намазы, это приказ Аллаха совершать намаз. Но наказания не будет, если он их не совершит. И запреты тоже. Употреблять спиртное харам. Воровать харам. И вымогать взятки харам. Большие грехи. За это наказание. Но есть другие запреты Всевышнего, которые, если человек сделал, ему в этом греха не будет. В этом греха не будет. Допустим, какой-то сомнительный заработок. Харама в нем нет, ну, нежелательно. От этого Всевышний Аллах предостерегает нас. Ну, человек не воздерживается, ему греха не будет. Это, как говорится, самая низшая степень богобоязненности. Но есть богобоязненность выше этого. Когда человек исполняет все приказы в виде обязательных и желательных. В меру своих сил делает все, что Аллах велел из обязательного, и то, что из желательных. И точно так же он воздерживается от всего харама и от всего макруха, от всех нежелательных. И сверх этого он еще бывает даже к дозволенным мирским благам бывает аскетичен. Опасаясь попасть в запретное. Поэтому сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, мы у них видим, и у самого пророка, алейхиссалату вассалям, и у его сподвижников много примеров этому. Сказано однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, со своим внуком Хасаном, радиаллаху анху, вошли в один сад. И там были собраны финики заката. Финики заката. А закат пророку, алейхиссалату вассалям, был запрещен и его родственникам. И Хасан, радиаллаху анху, ребенок, мальчик, взял финик, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел, говорит, бах-бах, выплюнь, выплюнь. Не дал. Ну, что вроде, ну, что там финик? Не дал. Поэтому из богобоязненности пророка, алейхиссалату вассалям, что он был самым воздержанным, самым усердным в исполнении велений Аллаха. И его сподвижники были таковыми же. Поэтому Умар, радиаллаху анху, однажды читая в намазе Коран, аяты священного Корана, когда дошло его чтение до аят, в которых угрозы Аллаха. Умар, радиаллаху анху, потерял сознание в намазе. И потом несколько дней он не мог выздороветь от этого страха, который его охватил. Таковым был страх. Страх не от того, что он нарушал что-то. Просто из опасности, что он попадет в ошибку. Страх из-за того, что он совершит что-то недозволенное. Поэтому
сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, порой воздерживались даже от халяла, от дозволенного, опасаясь попасть в сомнительное. Рассказывается история имама Абу Ханифы, радиаллаху анху. Там две истории, я расскажу. Первая история, дорогие братья и сестры, отец имама Абу Ханифы был очень богобоязненным человеком. Он однажды находился возле какой-то речки и увидел, плывет яблоко. Он взял и поел это яблоко. Потом, когда он поел, он вопрос сам себе, как появилась мысль, как я мог поесть, вдруг это чужое, это же чужое, это не мое. Вдруг хозяин не будет доволен тем, что я поел. И он пошел, говорит, вдоль этой реки, пока не дошел до сада, деревья которого свисали над этой речкой, и как он понял, что это оттуда упало. И он подошел, говорит, хозяину и говорит, ты меня, говорит, должен простить, говорит, я, говорит, вот так нашел в речке яблоко, упало с твоего дерева, сделай мне его халаль. Этот человек говорит, нет, я не сделаю тебе это халаль, пока ты не выполнишь мое условие. Абу Ханифа говорит, отец Абу Ханифы, Сабит, говорит, какое у тебя условие? Он говорит, ты должен жениться на моей дочери. Ты должен жениться на моей дочери. Но знай, говорит, моя дочка, говорит, слепа, глуха и нема. И ходить тоже не может. Слепая, глухая, немая, еще и не ходит. Отец Абу Ханифы, человек высочайшей богобоязненности, чтобы его простили за одно яблоко, говорит, я согласен. Этот человек, богатый человек, организовал свадьбу. Когда женились, и когда отец Абу Ханифы вошел, и еще одно условие, он сказал, она говорит, некрасивая тоже. Слепая, глухая, немая, без, не ходит, и еще и некрасивая. И когда, говорит, он вошел, обнаружил, что она одна из самых прекрасных девушек, красавица. И зрячая, и слышащая, и говорящая, и ходящая. И когда он потом, когда вышел к отцу, говорит, ты же мне говорил, что она такая-такая. Тесть ему говорит, моя дочка не смотрит на харам. Она от этого слепа. Она не слушает харам. Она не говорит харам. Она не ходит, говорит, куда, где харам. Поэтому, дорогие братья, вот эта история, пример богобоязненность. И теперь смотрите, результат богобоязненности. В этой семье, от этой пары богобоязненной родился Абу Ханифа, радиаллаху анху, имам аль-Азам, величайший имам этой уммы. Абу Ханифа был величайший ученый, он также, говорит, занимался торговлей. Однажды Абу Ханифа получил товар на 30 тысяч дирхамов. Это огромная сумма. Если один дирхам по нашим деньгам, где-то 500 рублей, получил одежду. И там, в этой партии одежда, одна одежда была бракованная, с дефектом. Абу Ханифа своему компаньону, когда передает на реализацию этот товар, он говорит, смотри, говорит, вот тут одна одежда с дефектом, ты покупателю покажи этот дефект. Подешевле, ну, чтобы он знал. Этот его компаньон, забыв это сделать, продал этот весь товар. Естественно, эта одна одежда ушла. Ну, что она могла стоить там из 30 тысяч, 2-3 дирхама, 5 дирхамов? Вроде гроши, копейки. Но когда Абу Ханифа, радиаллаху анху, узнал об этом, он все 30 тысяч дирхамов отдал садака и порвал, значит, росток, совместный бизнес с этим компаньоном. Почему он отдал все 30? Потому что туда попало сомнительное. Его очень мало. Но богобоязненность Абу Ханифы не позволила ему что-либо оттуда взять. Он мог сделать садака, дать там 10 дирхамов. Но раз смешалось, он взял все, отдал. Вот это примеры богобоязненности.
Дорогие братья и сестры, иншалла, мы на следующей передаче расскажем вам о результатах, какие результаты дает богобоязненности мусульманину на этом и на том свете. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Просим, как просил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, нам всем богобоязненности. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته